Решили, что Москва без нас тоскует. Поехали разгонять тоску в Москву. Сколько времени? Ой, что такое было? Так, 22-23. В общем, ни гвоздя нам не жезла. Стекло грязное. Машину мы не помыли. У нас есть примета. Если мы вымоем машину, это будет дождь. Заехали на заправку. Вот сейчас они заправляют газом с такой конструкцией. Раньше тут стационарная какая-то штукенция такая стояла. А теперь просто бочка на колесах. И вот от нее вот так заправляют. Но с другой стороны, хотя бы тут честно. На другой заправке у нас в бак влезает столько. Ой, сколько, наверное, и бак не рассчитан. Да, Сергей Витальевич, у нас на другой заправке-то... Ты всем-то не рассказывал. Чего? Что нам это больше вливает в бак, чем у нас бак рассчитан. На прошлой-то заправке нам сделали. В общем, нечестно работают. На другой заправке. Здесь еще одна такая машинка большая стоит. Ух, такая длинная. Еще бы написали на ней: эх, прокачу. Мы Иваново проезжаем. Стоим на светофоре. Вывески такие яркие. Мы выезжали из Кинешмы, у нас город практически вымер. Все, тишина, все спали. Здесь на улицах люди. Молодежь гуляют. Когда ездим в Владимир, если нам нужно какие-то, например, заезжать, и тоже ночью заезжаем, там тоже ночью молодежь гуляет по городу, особенно вот по центру. У нас, по-моему, такого нет в городе, да? У нас все спят. Или где-то прячутся. Или по барам сидят. Или по барам сидят, да. Такого вот нет. Реагирует у нас эта пикалка. Или на какой-нибудь радар, или на стеклянные двери вот эти разъезжаются, которые в магазинах, в центрах. Вот уже 2 часа. В общем, и все. Свои дела. Со своими делами управились. Обычно мы выезжаем позднее намного. Сегодня пораньше получилось. Стоянки уже так поопустили немножко. Но все равно, если видно, вот они целиком заполнены. Все, сейчас остатки загружаем и на паузу. Еще мы пытаемся на МКАД выбраться. За уши вытянутая. Все равно, наверное, вкусная. Ну вот если в ту сторону, то он как вроде как бежит. Ой. В нашу тоже, в принципе, шустренько.
Да, что дальше будет неизвестно, но пока вроде не будет. Тут просто на мосту. И небольшой заторчик. Еще одно включение. В общем, радость наша была недолгой. Пролетели мы МКАД шустренько. Часть Балашихи мы тоже так довольно быстро. А вот здесь на поворотку, где поворот Балашиха центр. Сколько мы уже? Полчаса, наверное, точно стояли, да? Просто стояли, не двигались. Сейчас чуть-чуть стали двигаться. В общем, даже не пешком идем, ползем. Ну, вот тут еще вот эти козлятушки такие, которые не хотят с нужных полос поворачивать. Они съезжают чуть правее и потом тыкаются в общую полосу, еще больше затрудняя движение. А мы тут сидим и паримся. Кстати, вот мы когда ездим на газели, там меньше выхлопных газов в кабину попадает. Все-таки там повыше посадка идет. Сегодня на маленькой машине, в общем, надышимся мы и полезного, и неполезного. Дождичка бы еще сейчас. Небо такое, что вроде как и дождик будет, но так. Не знаю, будет, не будет. В Москве мы въехали в Москву, с утра бил дождь. Стали уезжать, тоже накрапывал. Ну, не разошелся. Так, чуть-чуть поприбил пыль. Сергей Витальевич говорит, вот она и причина. Давай, я не знаю. Притерлись, наверное, не убрались. А, ну он, скорее всего, наверное, пытался въехать на полосу, да? Тут его не видел. А тут как в том анекдоте. Ну, наверное, слепую зону, может, попал. Как в том анекдоте, да, думал, проскочу. А, водитель большой машины. Да у меня еще никто не проскакивал. Вот так и получается. Приятного мало, никому неприятно такие аварии. Ой, ну что, мы там будем двигаться-то, нет? Мы во Владимире заезжали к Никите. Он нам купил видеокамеру маленькую. Сейчас завтра будем разбираться с ней, смотреть, что и как. А мы ему из кафешки привезли еды. Говорю, Никит, тебе что привезти? Еды. Хорошо. Еще мы ему еды привезли. Съезжали мы в кафешку, я там не стала снимать. Народу куча, очереди. Вон остальные кафе все пустые практически. А вот этот вот, у Александра называется. Там всегда битком народ. Всем нравится, вкусно. Мы въезжали с той стороны. Там была площадь. Такие интересные фонтанчики с подсветкой. Детишки играют. А у нас, наверное, единственные фонтаны тут заколочены, да, досками в центре. Нет, все, это вот работает на Америке. А, ну да, да, кстати, там еще вот фонтан есть. Так, чистенький город, все убрано, аккуратно. Метров.
наконец-то ноги будут в горизонтальном положении.